Оператор! Ничего не важно, я могу и без микрофона. Я вас хочу успокоить. Там детей на этой воде в лодке не было. Они были сняты в павильоне, в теплом павильоне, в теплых условиях. Ну, если вы обратили внимание, но когда смотришь, не обращаешь на это внимания, там индикаторы, где с детьми, я там что-то делаю, им там их кормлю или там пеленки меняю. Это было в павильоне снято. В павильоне, но как где нужно, там и потом в этот кадр и положили. Вот и все, что я хотел сказать. А вот действительно. Как? Нет, сама мать с ними была рядом все время, и она, если что, она тут же подбегала к ним. Это настоящие близнецы, да? Как? Не ребенок-ребенок, а прям близнецы? Настоящие? Нет, мы видели в конце, они выросли, один мальчик, а другая девушка. Разные мамы, но здесь они как близнецы играют, да? А что, двине тикри? Что, тикри двине? А родина двине? Слушайте, вообще не осталось интриги. Вот этого я не знаю, я думаю, что нет. Ну что, если какой вопрос будет, я бы с удовольствием ответил бы. Но, вот говорю, обычно все спрашивают обычно про детей, чтобы и их жалко, что они там на воде, холодной, когда лед уже. Но вот я хотел вас успокоить. Спасибо. Регина Тасадамайтес. Бурные аплодисменты. Это режиссер Дмитриевич, который, к сожалению, которого уже нет. Он уже несколько лет так ушел из жизни. Два режиссера тут были, Дмитриевич и Долса. Но в основном это был Грикявичус, а сценарий был Жалакявичус. Вот. А Грикявичус, я снимался еще в нескольких картинах у него, был хороший режиссер. И видно по этой картине, по-моему, что это хороший режиссер. Сейчас, к сожалению, уже так не снимают. Так не снимает. Да. А что, Бабай? Спасибо большое. Спасибо вам, что вы были с нами вместе. Приглашаем на другие киносеансы завтра, послезавтра до 25 числа включительно. Спасибо, что вы с нами.